Торжественно забита первая свая реконструируемой котельной Лермонтова-200 по улице Кеши Алексеева. Модернизированная котельная станет самой крупной в Якутске. Проектная мощность котельной будет доведена до 65 мегаватт. Это своего рода мини-ТЭЦ. Она позволит обеспечить тепловую энергию жильцов, проживающих на 93-м и 94-м кварталах Якутска. В этом районе через 5 лет появится около 20 многоэтажных домов. Нагрузка на котельную увеличится в 5 раз. В этом году планируется завершить свайный фундамент, возвести часть каркаса. Основные работы будут проведены весной и летом следующего года. Полное завершение и запуск планируется к следующему отопительному сезону. Котельная Лермонтова-200, она станет самой мощной на нашем предприятии, но также она будет самой мощной в городе Якутске. Поэтому в связи с тем, что вводится Якутская ГРЭС-2, часть наших котельных переключается. Это три котельные промкомплекс ЯГУ-1 и ЯГУ-2. Эти мощности будут замещены вот котельной Лермонтова-200. Поэтому на экономической ситуации нашего предприятия должно отразиться позитивно.